Если учеников 9 и 11 классов спросить, кем они хотят стать, мы не услышим ни одной рабочей профессии – блогеры, коучи, тренеры. Такими темпами у нас не останется ни одного сантехника. Как поднять престиж рабочей профессии, спросим у иркутян. Очень важным критерием, я думаю, является заработная плата. Заработная плата блогера, она, хоть и не постоянно, довольно высокая, как я думаю, и как думают многие. Ну, так что, я думаю, это один из главных принципов. Сейчас молодежь такая, что работать никто не хочет. В основном все хотят сидеть и получать деньги. Ну, наверное, нужно прививать с детства уже, например, если в семье передается работа, например. Ну, то есть там мама, папа работают, то и дети тоже идут в основном на такие же работы. Это какие-то социальные гарантии для работников, это заработная плата и поддержка от государства. Жильем людей заинтересовать. Вот и будет все хорошо, социальным пакетом. Не знаю, я в шахте работаю. Шахтер, я уважаю свою работу. Как-то раскрутить эту сферу деятельности. Возможно, бесплатное обучение на это, чтобы больше народу, так сказать, притекло к этой специальности. Это надо вернуться на сколько лет назад, убрать телефоны, компьютеры и все остальное. Ну, я думаю, что это невозможно. А так, не знаю, если честно. Просто образ мышления людей поменять. Просто это же навязали, то, что это не модно работать. Я работаю руками. Я бригадир грузчиков там я. Заработную плату поднять и все, больше ничего не надо. Если будут платить 100 тысяч, все захотят быть сантехником.